На сегодня ожидается экстрадиция в Москву из Израиля скандального священника Глеба Грозовского. Он обвиняется в педофилии. По данным следствия, в 2011 и 2013 годах он надругался над несколькими подростками. Происходило это на отдыхе в православных лагерях на греческом острове Кос и в Ленинградской области. Отмечу, что Грозовский являлся тогда советником генерального директора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. Когда в отношении Грозовского возбудили уголовное дело, священник находился в Израиле. Возвращаться в Россию он, естественно, отказался и даже пытался получить там гражданство. В местных судах он активно доказывал, что его преследование имеет политическую подоплеку. Но, как видим, не доказал.